на пороге новый 1999 год. Этот год оказался непростым для России. Нестабильная политическая и экономическая ситуации сказались на нумизматике. В прошлом, 98-м, страна пережила дефолт. Эмиссия денег была исключена, несмотря на рост ВВП. В середине года наступает бензиновый кризис. Даже подорожавший на 20% бензин является дефицитом. Будет девальвация или нет? Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвации. Нет. Все, твердо и четко. Твердо и четко. В этом году Россия отмечает 200-летие Пушкина. В связи с этим выпускают памятную монету. Ельцин объявил национальный праздник, юбилей раскручивает телевидение. Пушкин – это наше все, почти раскрученный бренд. За текущий год страна меняет трех премьеров. Ельцин отправляет в отставку Примакова, назначает Степашина, потом Путина. В сентябре этого года в немецкой клинике от рака крови умирает жена Горбачева, Раиса Горбачева. В стране поговаривают, жену он любил больше власти. Осенью серия терактов повергла в шок всю страну. Ночью взрывается сразу несколько многоквартирных домов. 99-й год Второй Большой Кавказской войны. После полутора месяцев войны большая часть сепаратистов уходит в горы. Вокруг Чечни сформирован санитарный кордон. По завершению столица Чечни блокирована. Вновь сформированы лояльные Москве чеченские формирования. Принявший на себя ответственность за операцию в Чечне, Путин признан самым влиятельным силовиком. Дорогие россияне! 31 декабря Борис Ельцин в своем новогоднем обращении совершает свое последнее политическое назначение. Ельцин досрочно уходит в отставку, передавая полномочия Владимиру Путину. Напоследок Ельцин кается, просит прощения у народа. Новое тысячелетие. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Ухожу в отставку. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом. В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. И наш Ельцин ушел со слезами на глазах. А ваш Кучма с хитрой ухмылкой наворовал столько, но в Украине спокойно сидит на даче, отдыхает. Подождите. Наш под арестом сидит Ельцин. Как бы там ни было, исполняющего обязанности президента изберут на высшую должность почти автоматически. Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Переходя к нумизматике, отмечу, что 10 копеек 99 года не является редкой и не имеет редких разновидностей. Однако стоит затронуть некоторые ее особенности. Для начала описание. Аверс. В центре монеты расположен Георгий Победоносец, убивающий копьем змея. Под копытом коня знак монетного двора СП или М. Вдоль канта монеты слева направо полукругом надпись «Банк России». В нижней части год чеканки 1999. Реверс. Верхнее поле монеты занимает номинал 10, под цифрой номинала слово «копеек», в нижней части монеты расположен цветочный орнамент. Теперь техническая характеристика. Материал у нас латунь, медно-цинковый сплав, если быть точным, монета не магнитная, конечно, масса почти 2 грамма, диаметр 17,5 мм, толщина 1,25. Гурт у нас рубчатый, 98 лифлений, монетный двор, выпустивший Санкт-Петербургский и Московский монетные дворы. Тираж неизвестен, но есть ориентировочная информация, что монет было чеканено около 800 миллионов экземпляров. В каталоге номера по Конросу вы видите на экранах разновидность. У нас HT1 для обоих дворов.
Как вы помните, я обещал раскрыть некоторые особенности данной монеты. Итак, дело в том, что нумизматам уже известно несколько видов гуртов у такой монеты, но у них еще не присвоено обозначение. Какой у меня здесь гурт, я пока что затрудняюсь ответить. Обозначение монетного двора находится под копытом коня. Здесь визуально даже видно разную ширину канта. Хотел бы развеять слухи по поводу цвета монеты, которая якобы влияет на цену. Вот так должна выглядеть монета при нормальном освещении. Если вам попадется монета красного цвета, и вы подумаете, что она медная, то это не так. Просто иногда бывает разная термообработка, либо монета уже окислилась. Сплав у этих монет все равно один и тот же. Вот так выглядит монета в патине. Для ее образования прошло уже достаточно времени. Эта монета покажется вам никелевой. Хотя здесь фото сделано при слабом освещении. Игра света, другими словами. Как это ни удивительно, все эти монеты на фото сделаны из одного сплава. Далее, мы знаем, что монета не магнитная. Если вы увидели в сети интернет, что продается монета этого года магнитная, я вам рекомендую воздержаться от такой покупки. Скорее всего, вас просто обманут. На аукционах такая монета почти не появляется из-за низкой цены, однако за текущий 2016 год такую монету можно купить за 3 рубля в состоянии Verifine, 10 рублей в состоянии XF и мешком в состоянии 50 рублей. Из-за кризиса 10 копеек 99 года в наборах не выпускают, но если вы найдете в идеальном сохране такую монету, вы можете положить ее себе вот в такой альбом. Среди браков этого года мне удалось найти только плохо прочеканенные. Далее, таких монет в слабых еще нет. И подделок, копий, разумеется, тоже нет. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Не забывайте подписываться на канал. Мне будет приятно, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Счастливо!